Здравствуйте, меня зовут Сергей, я готовлю средиземноморскую кухню, и сегодня мы с вами приготовим тартар из сельди. Нам нужно мелко покрошить сельдь, нарежем ее кубиком. Это будет очень вкусное блюдо, поверьте мне, оно удивительное. Буду смешивать. Так, добавим картофель. Картофель и сельдь у нас идет в равных пропорциях. Так, сейчас мы поставим греть воду для того, чтобы сварить нам яйцо. Добавляем икру. Так, теперь добавим обязательно лука. Лук мы берем красный. Вот, он не такой острый, как репчатый. Сейчас мы его мелко нашинкуем. Укроп и лук-сибулет. Мы мелко это все шинкуем. Теперь тщательно перемешиваем это все. Соли, перца добавлять ничего не нужно. Почему? Потому что у нас сельдь соленая. Ложечку майонеза. Теперь нам нужно это все красиво оформить и выложить на тарелку. Тарелку мы возьмем круглую, красивой формы. Укладываем в приготовленную форму таким образом. Так, прекрасно. Так. Надрезаем красиво это все уложенное. Массу мы сейчас украсим яйцом, зеленью, икрой. Ложечка икры внесет пикантность вкуса. Теперь мы задекорируем тарелку оливковым маслом. Дополним долькой грейпфрута. Все, наше блюдо готово. Последний штрих. Добавляем молотый перец. Приятного аппетита!